Сегодня в Москве стартовал масштабный олимпийский проект «Сочи Драйв». Он призван привлечь внимание к проведению зимних игр 2014 года. Кампания продлится 3 года и будет представлена в 14 российских городах. В столице организаторы проекта подготовили программу, состоящую из разных развлекательных и образовательных мероприятий. Наибольшим интересом среди гостей сочинской экспозиции пока пользуются спортивные симуляторы. Сегодня здесь любой желающий мог проверить свою меткость с биатлонной винтовкой или увидеть скоростную трассу глазами бобслеиста. Тем более, все это происходило при непосредственном участии настоящих спортсменов, послов будущих зимних олимпийских игр. Вы можете посмотреть на трек глазами, скажем, бесчувственного человека. То есть, почему бесчувственного? Потому что вы, значит, не почувствуете давление, тряску, вот, которая действительно ощущается на бобе. И вот того адреналина, который там получаешь. Там, знаете, как там думаешь, перевернешься, не перевернешься. Завис, не завис. Что происходит, не пойму. Вот, поэтому этого вы здесь не почувствуете, но вы увидите как бы картину вот, из первых глаз, из глаз пилота. Это здорово, в принципе, значит, для того, чтобы понять и полюбить вид спорта. Да? Я думаю, этого почти достаточно.